Столицы Дальнего Востока Хабаровске отметили якутский национальный праздник ИСЭХ. В этом году его посвятили историческому событию 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства и 25-летию посредства Якутии на Дальнем Востоке. Обо всем подробнее Стас Михайлов. В этом году эстафету организации торжественной церемонии ЭСЭХа принял Чурапчинский улус. Делегация творческих коллективов во главе с главой улуса привезли в Хабаровск весь необходимый реквизит и лучшие творческие номера. Алгыс провел заслуженный работник культуры Якутии Валерий Герасимов. Отметить якутский национальный праздник пришло свыше 500 человек гостей, представителей национальных объединений, земляков и студентов. Почетными гостями ЭСЭХа стали члены правительства края и администрации города, руководство Законодательной думы края, представители аппарата полномочного представителя президента России в ДФО. Народ Астрахани и впредь будет вносить весомый вклад в развитие нашей великой страны. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Праздником! Этот ЭСЭХ стал юбилейным для постоянного представительства республики в Дальневосточном федеральном округе, которое празднует свой четвертьвековой юбилей. Коллектив посредства поздравили те, кто за эти годы внесли свой вклад в дело продвижения интересов Якутии. И я хотел бы сказать о том, что сегодня представительство, которое возглавляет Георгий Дмитриевич Никонов, оно серьезные шаги сделало в области развития деятельности самого представительства. Это и в части гуманитарной, и в экономической. Каждый пришедший смог поучаствовать в торжественном обряде. Взявшись за руки, несколько сотен человек кружили в танце осохой на поляне с видом на главную реку края – Амур. Очень захотелось побывать и увидеть, как это, как люди, приехавшие из Якутии, живущие по тем или другим обстоятельствам здесь у нас в Хабаровском крае, продолжают сохранять свои народные обычаи и традиции. Все это направлено на очищение от духов, для процветания земель. Вы услышала про Хабаровск, четко разобрала, про Хабаровский край. Все хорошо будет. Вам желаем здоровья, добра всем. Стас Михайлов, МВК Саха, Хабаровск.